Здравствуйте. Значит, в прошлом видео я показал, как подсоединяется фишка магнитолы к проводам под торпеду, которые идут. Еще раз напомню, значит, черный кабель, провод подсоединяется к черному проводу из-под торпеды, красный с желтым, красному проводу из-под торпеды, черный это минус, красный это плюс. Но вообще лучше желтый подсоединить к красному проводу, а красный провод, идущий от фишки, подсоединить к проводу, идущему на замок зажигания, чтобы вы поворотом ключа выключали магнитолу. В данном случае магнитола не будет разряжать емкость аккумулятора. Так, далее, значит, у нас идет здесь такие вот провода, но они могут быть другого плана. Значит, белый с черной полосой подсоединяется к проводу с полоской. Ну, к правой колонке, в данном случае, или к левой. А провод, значит, белый подсоединяется к проводу правой колонки без полоски. Также, значит, серый с черным подсоединяется к проводу левой колонки с полоской. А просто серый подсоединяется к проводу левой колонки без полосы. Это что по фишке? А теперь, значит, мы ее убираем. Берем далее вот этот подрамничек. Он идет вместе с магнитолкой. В данном случае у нас пионер. Подрамничек вставляем вот таким вот образом сюда. Это у нас плохо вставляется. Плотно очень, потому что вот так. Видно? И далее мы при помощи отвертки будем загибать вот эти усы внутрь. Так, чтобы у нас наша колонка, ну, наш подрамничек под магнитолу хорошо зафиксировался. Сейчас я сделаю и вам покажу результат. Вот, значит, я после небольшой паузы, которую здесь делал, я вот загнул вот эти вот все, как их называют, фиксаторы при помощи шлицевой отвертки. И вот теперь она у нас хорошо и надежно зафиксирована как сверху, так и снизу. Надо делать так, чтобы люфта не было. Тогда наша магнитола будет хорошо и прочно сидеть в этом разъеме. Ну, дальше дело за малым. Надеть декоративную вот эту вот фишку, мишку. Все. Сейчас подсоединим фишку сзади, и у нашей магнитола будет эстетично смотреться и хорошо работать. Всем добра. Ну, сейчас еще покажу, может быть, как она будет работать. Ну, она однозначно все нормально, все хорошо. Подсоединил, значит, фишку. И вот все работает. Все отлично. Звук тоже есть. У меня, правда, сейчас колонок нету. Колонка тут осталась маленькая, вот только вот эта. Пискля, так сказать. Ну вот, все, установка закончена. Всем доброго времени суток.